Вот это да! А это винтовка. Сейчас, подожди, только не стреляй. Не стреляй, блядь. Ой, ох ты дурак, ох ты дурак. Ой, здрасте. А вас что там много? О, ты посмотри, у них тут веселуха вообще. Бред. Бред, блядь. Смотри. Оп. Ха-ха-ха. Согласись, это было очень красиво. А, мы должны что-то раскопать? Суперский рисунок, я ни черта в нем не понимаю. Все, что можно было выкопать, мы выкопали. Я сейчас выпущу в кого-то всю обойму. Ага, но если упадем, то умрем, я тебе отвечаю. Ой, ты это где? Ты где? Это что еще? Софи? Какого черта ты тут делаешь? Хочешь предложить спрыгнуть с крыши? Ты имеешь в виду совсем? Нет! Фига, поворотище. Что? Бля, какой у него забавно трепещутся ножки. Мне с тобой сейчас драться, а сохранение, блядь. Блядь, он рыгает. Он срет, смотри, он срет. Так, он стреляет в нас говном с лицом. И мы его слишком легко убили. Я ничего не понял. Утречка, ты на канале Gantek Games, где мы с тобой играем в разные игры. Мы с тобой все так же в Cryofear. Зафигачили мы этого толстяка на летающем стуле. И должны спуститься, по идее, вниз. А внизу должна нас ждать вот эта бабеха Софи или кто она там. Или это она была этим толстяком. Херу, короче, поймешь, пошли проверять. Так, никого здесь. Ничего не открылось. Но нам, видимо, просто спускаться тупо вниз. Да по-любому кто-то появится. Слушай, по-любому кто-то должен появиться. Ничего себе, после такого события никто не появится, не поверю. Странно. В натуре никого нет. А сейчас выйдем, там на улице нас ждет жопа полная, да? Или нет? Или да? Полная жопа? Нет, не полная. Вообще никакая, я бы сказал. Так, давай проверим все оружие. Так. Давай зарядим тебя. Что у нас по винтовке? Давай зарядим винтовку. Ой, а я зря это сделал. Я зря, сука, это сделал. Он выбрасывает, оказывается. О, падла. Ну или мне показалось, но я так больше делать не буду. Так, что, с пистолетом будем пока ходить? Так, и куда нам? И что нам делать? Так, сейчас будем разбираться. Блять, страшно идти. Нет, короче, нужно немножечко быстрее все это делать. Так, нет, стой. Сейчас я соберусь с мыслями. Нам что, нужно искать Софи, которая спрыгнула? О! Мне не показалось, вот же она лежит. Вот это поворот. Вот это поворот. Софи. Софи. Саймон, дай мне пройти. Я люблю. Я люблю тебя, Софи. Пусти меня, пожалуйста. Я, черт возьми, люблю тебя. Просто оставь меня в покое. Саймон, она в конце сказала. Глава 4. Погруженный в скорби. Так. Он же говорил, что он не... Говорил я о своих чувствах. Он чё, пиздобол? Они же вот, видимо, встречались. Он там даже без капюшона ходил. Видел, какая у него прическа модная была? Что это? Инвентарь полон. Ну а все, чё я поделаю? Мне выбросить, сука, нечего. Я не знаю, что делать. 4 шприца, ну что мне... У меня везде есть патроны. А, ключ-карта. Ох, нам потом бежать. Ну давай выбросим дробовик. Вот она с ним в обнимку лежит.
Ключ-карта. Типичная пластиковая ключ-карта с надписью TL Trading. Ну, я сообразил, что это нам нужно. Подожди, а двери-то открылись? Нет, то есть она действительно умерла? То есть все, действительно. Ну, придурочная. Ну, я что думаю? Нас же сбила в самом начале машина. Что мы с этого поимели? Что, скорее всего, все, что сейчас с Саймоном происходит, это все, мне кажется, его галюны. На самом деле он лежит просто на койке. И вся вот эта приколюха, которая сейчас происходит, это просто сон собаки, как это еще называют. Типа этого всего нет на самом деле. Так, ну смотри, бежим за ключ-картой, а потом возвращаемся за дробовиком. Отдаем ключ-карту и возвращаемся за дробовиком. Что еще делать? Особо вариантов больше нет. А тут сохранение. О, гля, как я пробежал и даже не заметил. Ну давай только ускоряться, быстрее это делать. Чтобы меньше у нас было повторений. Неужели никто не появится за это время? То есть, прям тут спокойная тишина? Странно это все. Это все очень подозрительно. Но действительно никого нет. Быстро побежали, быстро. Пожалуйста, заберите. Дверь открыта. Все, пойдем за дробовиком. А вот пока идет загрузка, у нас стамина нет, не восстанавливается. Ладно. Быстро беги, спринтом максимально. Давай, давай. Давай, 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 давай. Так, идем за дробовиком. Он у нас должен лежать под бабёх. Она его охраняла. Мы специально дали на сохранение. Все отлично. Она отлично справилась со своей работой. Мы знали, кому доверить это оружие. Ну смотри, я, короче, сохраняю здесь. А потом я сохраняю, скорее всего, как мы только туда зайдем. Я почему-то уверен, что так оно и будет. Ну нифига себе, это нам... Где бежать, куда сохраняться? Так, у нас... Вот так, с пистолетом пока будем бегать. Блин, давай быстрее. Он не хочет восстанавливать. Сильно, видимо, он устал туда-сюда мотаться. Так, давай смотреть, что нас ждет там. То есть мы должны пробежать, пройти мимо и как раз попадем на эту станцию, которая нам нужна. Или куда мы там должны попасть? Лифт застрял, им не воспользоваться. Stairs. Тут прям можно спуститься. Сильно вниз можно спуститься, да. Не открывается. Это вообще не дверь. Зачем они это делают? Это как, знаешь, это как в подъездах. Было два подъезда, они взяли один просто... С двух сторон подъезд, они взяли просто один. Бетоном залили. Нахера? Пошли назад. Было бы два выхода из подъезда. Но это же удобно, удобно. Ну все, пойдем дальше. Так. Мне кажется, что я иногда что-то могу пропустить. Удивительно, удивительно, тут очень спокойно. Удивительно, тут очень спокойно. Мне из-за этого неспокойно. Так, это не дверь. Застопорена. Ага, здесь можно пройти. Блин, что за лабиринт опять начались? Мне не нравится. Мне это не нравится. Тут что-то есть. Сука! Ой, сука! Умри! А если б я не взял? Ого. 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 Ты что такое?
А три башки в одной? Так. И он громко орёт. Угу, понятно. Ой, ладно, пойдем. То есть, видишь, пистолет. То есть, все это время мы бы набирали патронов, но пистолета не было. То есть, именно валяется пистолет. Хотя, да хер его поймешь. Мне кажется, это специально сделали, что типа, о, смотри, пистолет, это что-то необычное. Обычно ты подбирал патроны. Я вижу сохранение издалека. Вижу шприц издалека. Сохраняемся. Начинается неприятная музыка. Что? Нихуя, нихуя, стреляют, блядь. О, пальба, пальба. Ой, куда, где ты? Он меня столько жизни унес. А, теперь везде будут пистолеты валяться? Ты что, с ума сошел? Какого хера ты стреляешь по мне? Я думаю, господа, что вы немножко прихуили. Я не понял. Хотя зря, наверное, сохранился, ну ладно. Это что-то новенькое. Это что-то новенькое? Успокойся! Что началось? Уйди, я... Чё за... Ересь, мне жизни не хватит на тебя. А давай свое оружие, где оно у тебя? Так. Я вас буду вот так, значит, убивать. Вон он, бежит. Падаль, давай вылазь. Так мы будем живее. Но патронов крайне мало. Кто еще? Выходите все. Просто, ну, из пистолета очень тяжело по ним попасть. Вон он стоит, ждет нас. Ты что, с ума сошел? Я к тебе не приду туда. Еще кто-то есть? Я пока не вижу. Это вообще что-то ненормальное для меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Тихо! Ты у меня схватил! Ты что меня за жопу хватаешь? Дурак, что ли? Бежит он ко мне, ага. Ты видел? Я пытался бежать, у меня за жопу схватил. Я тут оружие-то подобрал? Наверное, подобрал. Так, давай зачищать, потому что нам тут еще бегать. Будет неприятно, если мы куда-нибудь забежим. А нас где-нибудь дурачок поджидает с пушкой. Это будет очень нехорошо на самом деле. Мы тут можем пройти. Ой, как тут много ходов, слушайте мне. Это что-то... заставляет меня заблудиться. Так, ну это понятно, это не открывается. Я на полу ничего не вижу. Просто с вот этими ребятами мне нужно очень много патронов. Так, мы здесь. Были в парке. Стой. Да, Густав, Дейл, парк, ага. Васпит Гарденс. Подожди, я думал, что это тот парк, где мы сейчас бегали. А это другое. А где парк, который... А, ну... Ну вот нам, короче, как-то обойти надо. Все, мне очень сложно сообразить. Это можно почитать? Нельзя. О, секс на меню. Шилипс. И Джек. Джек вроде такой есть. Пасноник. Ладно, давай проверим ту дверь. Вроде тут чисто, вроде тут спокойно. Давай проверять ту дверь. Откроется? Открылась. А если мы спустимся вниз? Так, тут сохранение. А если мы спустимся туда, вниз, что будет? Что меня схватает иногда за ноги? Надо быстрее все это
сообразить. Ну подожди. Ага, вот-вот, нам что-то тут нужно, да? Чтобы открыть дверь, нужно вставить сюда предохранитель. Вот мы, видимо, пойдем за предохранителем. Попить взять нельзя. Нечестно. О, как мы легко поднимаемся против течения. В целом, я не совсем понимаю прикол карты, вот, которую мы открываем на остановках, потому что в целом она вообще роли никакой не играет. Короче, я понял, как можно со стреляющими бороться. Нужно просто приседать. Возможно, нам это спасет жизнь. А возможно, нет. Вот видишь, у нас 2 или 3 патрона осталось. О! Чего? А я сейчас вот так возьму. Это я даже сообразить не успеваю. Что это? Опять ты дурачок? Блин, ну я потратил столько этого. Но сквозь него не пробежишь. И тут очень узко. Но в целом это не страшный чувак. Я даже не понял сначала, что произошло. То есть, сейчас это... Ой, твою мать! Я думал, налегке сейчас пробежим. Ну понятно, он просто в коридоре за нами будет бежать. Нет, я не хочу! Я не хочу! Я не хочу, тупик, блядь! Нихера он меня пнул! Он с ума сошел? Придурок, блядь! Он просто меня пнул! Так, запоминай! А может, что на полу будет что-то валяться? О-о-о! У меня мурашки! Мурашки. Мурашки. Я в тупик походу бегу, да? Нет. Что? О-о-о! Бежит, сука! Блять. Я не понял. Я... Что происходит? Ага, все, отвисло, меня куда-то течение уносило. Так, я максимально заблудился. Так, мы бежим. Мы бежим. Так. Бежим сюда. Сюда, сюда. Тут у нас что? По сути, ничего, да? То есть там тупик, скорее всего. Значит, бежим сюда. А, вот так надо было закрыться. А я не закрылся. Но могу открыть. И могу закрыть. Значит, в какой-то момент... Мы разрушить хоть можем? Можем, да. Значит, в какой-то момент он тут появится снова. И нам нужно будет закрывать уже с другой стороны дверь. А, ну тут и тупик был. То есть он бы меня тут все поймал бы и... До свидули. Дайте, что ли, сохранение, я не знаю. А то тут как-то некомфортно, я вам скажу. Ничего нету, почему? Вот так, 2 патрона. Я же, это, не глупый человек. У меня все наготове. Я же выхожу аккуратно. Ты что думал? Так, кто здесь? Мне нужно сохранение. Заперто. Так, что мы ищем сейчас? А, предохранитель, все, я вспомнил. Так, доберитесь до Хэнсон Сквер через станцию Сексон Веню. Вот, нам нужно Сексон Веню, и мы доберемся, выполним хотя бы какое-то задание. Мы на Питерской набережной. Бля, как красиво. Что-то тут... Ой-ой-ой. Мне кажется, вот тут мы будем с тобой очень долго страдать. А, вижу леса. Прыгать еще тут придется очень много.
А что у нас там? Видимо, нам к лесам. Что это? Да вы что? Да вы что? Блин, это что такое? Так, выбрось. ВП-70. Так, патроны разные. Иди в жопу, дубинка. Будем ходить с пушками. Достаточно мощный автоматический пистолет с тройным выстрелом. Вот так вот. Бери его в руки. Так, возьмем тебя в руки во вторую. И тебя возьмем в третью. В принципе, можно и вот так бить. Ой-ой-ой, ты зачем ползаешь? А че ты так слабо его убиваешь? Почему ты не стреляешь-то по ним? Хуета, не оружие. Я тебе говорю. Я думал, это М16, или как она там правильно называлась-то. Патронов у нас много, а толку мало. По сути, у нас остался один выстрел, но нам все равно потом вниз, скорее всего, спускаться. Так, никто на нас не нападет? Не должны, по идее. А-а-а, тут вот так все, я завис. Нет, отвис. То есть нам тут еще кружиться и кружиться. Так, давай тогда его в третью возьмем и будем ходить. Вот. Так. А, ты его в двух руках держишь, вот эту херь. Ну давай, выходи. Кто-нибудь, выходи, я сейчас вас пристрелю, оружие-то выкину к херам собачьим. Удивительно. О, для них патрон дают. Блин, тогда не выкину. Хорошо. Дверь не подается. Это все очень подозрительно. Подозрительно тихо, я бы даже так сказал. Это я хожу? Наверное, да. Так, тихо, не упади. Ага. Трепсилс. А, ну мы идем правильно. Там ничего нету. Угу. Нет! Ну ты твою мать. Надо было посильнее разбежаться. Не, ну если я на этом сейчас буду жизни терять, ну это вообще будет смешно. Давай. Аккуратно. Аккуратно. Я очень сильно испугаюсь. Охуенно. Я выдохся, пока прыгал. Я очень сильно испугаюсь, если вот мы так уже как второй раз будем проходить через квартиру, и в какой-то момент кто-то там появится. Очень неудобно, что ты тратишь стамину во время прыжков. Пожалуйста, залезь. Спасибо. Ага, так, ну, в целом, вот так мы по чуть-чуть прыгаем хотя бы. Это уже радует. Давай, давай, быстрее восстанавливайся, пожалуйста. Вот здесь давай восстановимся, чтобы нам пробежать. Очень сложно здесь прыгать. Но нам еще от того дурака бежать с бензопилой опять. Почему его нельзя убить? Давай, восстанавливай быстрее. Пожалуйста. Ага. Есть. Теперь нам нужно пробежать по диагонали. Да твою мать. Что ты будешь делать? Значит, надо все-таки оттуда. Да ну нет. Мне так не кажется. Надолго мы вот здесь застряли? Потому что я не умею прыгать. Да, блядь, залезь! Ты издеваешься? Пролезь сюда! Сучара. Сколько ж я буду этим заниматься? Пролазь! Сюда тоже пролезь.
Давай. Прошу тебя. Блядь. Ты издеваешься, что ли? О, господи. Ну. Давай. Просто мне сейчас вот будет обидно, если я сейчас куда-нибудь поднимусь, меня прибьют, и мне опять это делать все заново. Разве не видно, что я очень плохо это делаю? Зачем вы добавляете мне сложностей? То есть, ну сюда нам нет смысла, мы тогда не запрыгнем вот сюда. Вот. Вот. Получилось. Так. Есть. Все правильно я иду? Тут тоже ничего нету. Так. Твою мать. То есть вы хотите сказать, что я сюда не допрыгну? Допрыгну, я говорю. Не допрыгнул. Ничего, я уже научился. Потихонечку будем идти. Так, получается. Смотри, смотри, получается. Получается. Главное сконцентрироваться. О, видал? Я же говорю, главное сконцентрироваться. Опа. А откуда ты? Ах ты! Сучара. Так, ну тут точно жизнь нам уже восстанавливать. По-другому нельзя. Надеюсь, у тебя там есть сохранение. И надеюсь, я до тебя сейчас допрыгну. Допрыгнул, это уже радует. Но сохранения я не вижу. А это не хорошо. Но нам точно вниз, значит. Ну конечно, в окно. Куда ж нам еще? Вот, это все ради чего было? Чтоб я подольше поиграл? Ой. А почему мы не перезаряжаемся-то? Ходим с пустыми пушечками. Так, тут никого не должно быть, раз музыка начала играть. А то это будет не камильфо. О, спасибо, спасибо, спасибо! Кто бы это ни оставил здесь, спасибо. И где мы? А, мы вот очень далеко ушли. Мы как-то вот так прошли, по коридорам, видимо. Да-да-да-да-да. А нам нужно потом обратно прийти. Вот еще какие-то коридоры. Еще что-то. Но опять-таки, я тебе повторю. Академико... Академибоканделн. Так, подожди, а если мы позвоним 02? Что-то будет? Нет. А 03? Нет. А 002? Ну иди ты в жопу. Где это у нас штука? О, можно сесть в этот, в троллейбус. Апотекет Омен. Нас, по идее, должно насторожить. А, не Омен, а Орнен. Ладно. Но играет музыка. Значит, тут должно быть спокойно. Будет странно, если тут что-то произойдет. Ну давай залезем в автобус. Тут что-то должно лежать по-любому. Что-то хорошее. Просто две обоймы. Давай выйдем здесь. Водитель, моя остановка, выпусти меня. Сука, не работают у тебя кнопки никакие. И руля нету. Как ты ездишь? Ну понятно, все, нам туда. Пошли. 6. Это что такое? Непонятно. Так. Я на полу ничего не вижу. Если ты видишь, говори. Все как всегда. Че вы мне раскидываете тут всякую хрень? Так, вернемся назад. Прикол. Прям в больнице будем лазить. Мы
Ты из другого места предохранитель не сможешь взять, да? Именно из больницы нужно его тащить. Ну все, нам точно сюда, давай. Так, тут много будет дурачков. Это что, одна дверь, две? Так, тут ничего не открывается. Но музыка перестала играть. Это уже не интересно. А мы можем вообще попить кока-колу? Не можем. И перелезть сюда мы тоже не можем. Так, у нас есть ресепшн. Есть путь туда. О, еще АОМ худи. А где переодеться, вы мне скажите? Это дверь. Вы мне скажите, пожалуйста, я хоть сейчас переоденусь. Так, дверь заперта. Тут тупик, по крайней мере. На полу я ничего не вижу. Следовательно, нам... Так, подожди, если тут очень тесно, давай походим с дробовиком. Да слушай, я бы не сказал, что здесь очень тесно. Придется, конечно, стрелять издалека. Как здесь много дверей? Это что за больница такая? Это магазин дверей, а не больница. Я устану каждую дверь дергать. О, сюда можно. Чтобы это открыть, нужна отвертка. Так, нам еще и отвертку брать. Но ты не забудь, мы еще выбросили нашу дубинку. Ну, я тебе говорю, зачем дубинка, когда вот есть вот это, и в принципе у нас дохера патронов. Согласись, это нам уже... Я не понимаю, зачем это нужно. Но тут страшно тратить патроны. Просто так. Мы их, конечно, тратим постоянно, куда ни попадя. Но будем идти постепенно, вот так. Шаммаре. Это какой? Польский язык? Или латышский? Я не могу пройти. Нахера сюда зашел? Отвертка. Ага. Так, мы сюда можем зайти, выйти. Ну, пойдем. Хорошо. Пойдем, возьмем... Что от нас там требует? Да, тут вообще никак нельзя... Так, нет, это оставь. Выбросить. Нельзя по-другому пройти между... партами. Эй, подожди. Я все не могу выйти. Вышел. А, у тебя работает... Очень большая область на двери. Тут, может быть, есть гардеробная, где я должен переодеться. В какие-нибудь прикольные худи. Так, применить. О, друг. Сука! Предохранитель. Одесите предохранитель на станцию. Это, конечно, классно. Вставь, пожалуйста, его обратно. Нельзя. Предохранитель необходим для нормальной подачи электроэнергии к различным приборам. Ну, конечно, классно по потемкам шастать. Так, ну вы особо не страшные. Но мне нужен пистолет. Мне нужен вот так. Потому что вас очень... Плохо видно, ребята. Вас очень плохо видно. Блять, а нахера я взял предохранитель? Почему вы так долго убиваете? Почему вы так долго... А, сука, убиваетесь? Ты что такое вообще? Ты с ножом? Почему вы так складываетесь? У меня так много вопросов и так мало ответов. Нам еще возвращаться за дробовиком придется. Это было походить, пока тут спокойно было. Ну кто знал? Кто знал, что если я выну
предохранитель, начнется лютый трэш. Не, ну пока я ничего не понимаю, что мы должны тут найти еще. Ради чего вот я сейчас вот это вот хожу и что-то тыкаю, ищу. Видишь, ни одна дверь не поддается. Нахера вообще нужен этот коридор? Чтобы просто нас, нас побольше попугать. Я вот что думаю. Может быть, в этих худи добавится... Да ничего тут не добавится. А, ну нас какой-то ждет пиздец, когда мы выйдем отсюда. А, нет, вот она ты. Почему ты так смешно бегаешь? Блядь, мне перезарядить надо. Мне надо перезарядить. Мне надо перезарядить. Мне надо... Опа. Так. А мы теперь здесь можем выйти, наверное, да? Нет, не можем. Ой, это нам аж до станции секса на Веню бежать. А потом сюда за дробовиком. Сука, ты серьезно? Это же так далеко. Это же так, сука, далеко. Это... Нет, это, ребята, не серьезно. Мне такие... Ключ? Какой, сука, ключ? Выброси. Ключ от классной комнаты? Да твою мать. Что за классная комната? Это здесь? Это не классная комната. Ключ от классной комнаты, на ярлычке надпись «Класс». Ну, классы мы все там видели. Какая-то дверь была закрыта. Дать, можно музыку, пожалуйста, убавить? Она меня отвлекает. Ну, сюда? Ну, сюда? Не сюда. А в какой класс нам нужно? Вот сюда. Это... это... Нет, тут мы были. Он даже нам зайти не дает. Вот сюда. Это школа или кафетерий? Что это за херня? Куда мне зайти с этим ключом? Господи, что начинается? Зачем так много непонятных... Открыт. Пойдем. Что это? Еще какой-то ключ. Так, ну тут больше никуда сбежать нельзя. Ключ от пожарного выхода. А, мы бы там, там двери закрылись. Все, до меня доперло, что мы делаем. Там закрылись двери. Потому что нет электричества. И мы сейчас вот этой вот херней занимаемся. Ключ от пожарного выхода, ключ от двери запасного пожарного выхода. И мы этим занимаемся, чтобы вылезти через пожарный выход. И музыка прекратилась. Слава богу. Идем, возьмем туда обратно вот эту пушку. Она, в принципе, вроде ничего. Так. Но за дробовиком, похоже, мы больше не вернемся. Так. Он просто, в принципе-то, хорошо стреляет, этот пистолет. А можно вернуть сюда музыку? Что было поприятнее. Ну, вот музыку нам дали. А можно еще убрать вот того дурачка? Это нам опять вот это прыгать ради дробовика? Сука! Нет! Почему ты не можешь предохранитель в зубах нести?
Падаль. Падаль. А тут у нас дубинка валяется. Скотина. Хрена нам бежать. Представь нам бежать сколько. Ужас. Твою мать. Тут заперто. Ну, конечно. Слушай, это дело принципа. Я за ним хочу вернуться. Но это, наверное, я буду делать не в запись. Это будет очень... Заебись. И что? И что? И где он? Он же где-то орёт. Он же где-то орёт. Он же где-то нас ждёт. Ой, ёб твою мать. А у меня нет дубинки. Я могу разбить руками? А, могу. Я уже испугался, что не могу разбить руками. Вы зачем меня так пугаете? А вот и... А, вот тут два прохода. Ладно. А почему не было вот этого пилильщика? Так. Вот здесь кто-то сейчас появится. Да нет, никого не должно быть, по идее. Не, ну мы же взяли предохранитель, по идее, должны быть. Ну, видишь, музыка неприятно играет. Значит, что-то должно произойти. Но главное, что нету этого дурака, который меня бы пополам попилил, и все. Так, блок предохранитель. Пожалуйста, все. Забирай. Все, дробовик, жди меня. Я тебя не оставлю. Ой, споткнулся. Так и шею себе переломать можно. Я, наверное, буду очень ускорять этот момент. Потому что, по сути, мы просто будем все-все заново повторять. Мне кажется, будет наеб. Что я такой иду, а ну тут все нормально, спокойно. Ну, глянь, ну нету никого. Просто тут же... О, шприц. Тут же был крик вот этого нашего дурачка. Возьмем дробовик из больницы и вернемся. Все довольно просто. Если мы тут, блядь, запрыгнем. Ага, вот здесь. Что? Я тут его выбрасывал. Алло. Пушку мне верните, твари. Забрали мой дробовик. И нахуя мы сюда бежали? Надеюсь, нам дадут дробовик заново. Я столько времени за этого потерял.
Так, ну считай... Снег пошел? Его вроде не было. Считай, что... мы никуда не бегали. Я это все максимально ускорю. Это мое разочарование, мои страдания. Кто бы знал. Ну да, вот все-таки мы спустились в метро. Доберитесь до Хэнсон Сквер через станцию Секса на Веню. Да у нас... В принципе-то ничего не поменялось. Эти двери сломаны. А, я понял. А эти двери что? А, я сам их должен был открыть. Ладно, давай сохранимся и по метро мы побежим уже потом. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Продолжим бегать в следующей серии. Всего. А ты подписывайся... нет. Так, давай переиграем. А ты записывайся на канал. А ты не забудь подписаться на канал, поставить лайк и оставить лайк. Господи. Блин, все коряво, все коряво. Дубль. Дубль. Ну вот, значит, по метро мы уже пойдем. Нет. Хуя. Господи, я не могу закончить видео. Просто, блядь, пиздец.